Для вас выступает команда КВН, все свои. Вот как ты говоришь, скажи мне, вообще не так. Ну, Рик, давай, скажи нормально. Нормально. Вот видел? Достали меня, вы мне хоть раз дайте объяснить зрителям, кто выступает. Договорить мне дайте, пожалуйста. А почему всегда ты говоришь, скажи мне, вот почему? А что, по-твоему, казах в русской команде говорить должен? Опа-на. А почему это русская команда? У тебя что, проблемы какие? Сейчас у тебя проблемы, понял, да? Я говорю... Не-не, ты персов. Так, почему русская команда, а? Потому что у меня козырь есть. Яна! Так, и что, потом козырь, что ли, а? А ну, пацан, давайте нашим. Три-ч... Так, вы что устали себе? Давай собрать. Три-четыре. Казахстан! Казахстан. Походу вообще не казах. Вот я вам говорил, надо через Бурятию ехать. Ишь, прицепился теперь. Пойди давай. Стоп. Ну вот зачем сразу его выгнал, скажи мне, а? Я сейчас захочу тебя тоже выкину. Пошел вон отсюда, все. Проваливай. Я вам шучу, не сюда, ты же. Давай, я готов. Нет, ты что, пойди отсюда. Пойди. Что, Яна, давай на всю. Три, четыре. Путин! О, Путин. Слышь? Ты сюда прибежал? Тебя оттуда выгнать? Ты сюда прибежал, да? Ты определись, на чьей стороне? И правда. Я считаю, что это бурятская команда. И что ты будешь делать, скажи? Паспорт у меня? Че, паспорт? Послушайте меня. Сегодня решится все. Или мы снова команда, или ломаемся. Я смотрю на ваши непокорные казахские лица и вижу среди вас одного, способного повести за собой. Он бурят. Ему легендами приписано объединить вас для победы, а я буду любить его. Это Марта, что ты пиши? Визитка началась уже. Давайте представим, что у Саб-Зира из Mortal Kombat появился новый удар. Я бросаю тебе вызов. Айс Пакиталити. Салам-алейкум! Наверное, многие слышали, что казахи очень гуманный народ. Давайте посмотрим на допрос в казахской полиции. Говори, говорю! Я тебе ничего не скажу! Салам-алейкум! Тот самый разговор отца с сыном. Сынок, я привел тебя в особое место. Ты навсегда запомнишь свою первую. Ты можешь здесь выбрать азиатку или европейку. С пробегом или без. Послушную или непокорную? Где же мой папа? Где же мой папа? Сынок, это просто рай для мужчин. Мы в автосалоне. Но почему здесь так много проституток? Не знаю, думал, ты их позвал. Салам-алейкум! Тесно дружит. Давайте посмотрим случай в русско-казахском посольстве. О, салам пополам. Пополам, салам. Здравия желаю. Желаю здравия. Что, присядем? Ну, давайте. Так, стоп. Опять за старый. Так, хватит границы передвигать. Извините, я по привычке. Мы вам не Украина, как с Крымом не прокатим. Вы, наверное, знаете, Россия – это щедрая душа. Да? Никогда не слышал. В общем, я принес вам подарки. Вот, держите. Это балалайка. Балалайка, да, отлично. Вот он, добрада. Добра? Вообще от балалайки отлично сейчас. Спасибо. Вот вам мотоцикл. Ай, мотоцикл, да, спасибо, да, конечно. Вот он, конь, да. Конь, спасибо, да. Вот вам Lexus. Ой, Lexus отлично. Вот он, два коня. Два коня. Спасибо. Вот вам весь золотой запас России. Ай, весь золотой запас России, отлично. Спасибо.
Спасибо за вышку. Я забыл вам представиться. Медведев, ой, Путин. А, нет, Назарбаев. Ой, Назарбаев. Ой, Назарбаев. Очень приятно. Да, приятно. Ну, Путин, извини, у меня самолет, дела, Москва. Мы вам не Украина, как с Крымом не прокатим. Подслов нормально выберешь себе, давай нормально. Ладно. Так, ну казахи точно нет. Это почему? А потому что вы на своем казахском что-нибудь скажете, так я ведь ни слова не пойму. А видно, а в целом уже даже за собеседование. Вот я об этом и говорила. Щищи совца. В общем, вы втроем точно нет. Казахи. Ты думаешь, я сейчас отшила троих казахов и выберу бурята? Щесовца. А, и тебя я тоже не выберу. А меня-то почему? Ой, все. Добро пожаловать. Ну, мальчики, ну что вы обижаетесь? Я же вас всех одинаково люблю. Вы же для меня все свои. Так что мы хотели сказать нашим выступлением? Не важно, русский ты, казах, бурят или яна. Важно, что мы все свои. Команда КВН все свои. Все для своих.